обстоятельства, совершенных им умышленных преступлений, их количество, характер, степень общественной опасности, конкретные обстоятельства дела. Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно 3 годам 6 месяцам лишения свободы установлено законную силу. В соответствии со статьей 72 Уголовного кодекса Российской Федерации, редакция Федерального закона Российской Федерации номер 420 СССР от 7 декабря 2011 года за честь времени нахождения Навального под домашним арестом период 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года срок лишения свободы за расчет 1 день нахождения под домашним арестом за 1 день лишения свободы.